Пятый раз белые медведи прибыли в Тобольск. Прежде чем вернуться на свое излюбленное место, к стенам Тобольского Кремля, они торжественно прокатились по улицам города. Первой прибыла медведица Шишка. Ее рост 6 метров, вес 2650 килограммов. Светодиодные медвежата, Морошка, Тучка, Сонька почти 4 метра в высоту, а массой по 1600 килограммов каждый. Для нас появление мишек у Кремля – это как приближение праздника, как ощущение наступающего Нового года. И специально для этого мы привезли самого маленького нашего члена семьи, чтобы она увидела и познакомилась с ними. Ну, символ уже стал нашего города, мишки там, как это без этого там. В каждом городе свой символ, у нас мишки. 5 декабря в 19 часов нарядные косолапые будут торжественно приветствовать тобыляков. Там же стартует конкурс на самое креативное селфи с медведями.